Громким событием этой весны стала отставка губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Хотя, честно говоря, в этой истории много странных вещей и непонятного тоже. Но я тебе так скажу, может быть, непонятного, потому что язык Игоря Валерьевича мало кто понимает. Может быть. Да. И чтобы вы, так сказать, были в курсе, мы подготовили вам Коломойско-народный словарь. Что? Что? Что Игорь Валерьевич означает? Я не понял ваш вопрос. Повторите, пожалуйста, так, чтобы я понял. Игорь Валерьевич говорит, что не получил вразумительного ответа на совершенно ясно и четко поставленный вопрос «Шо?». «Алло, гараж!» «Алло, гараж» означает «Алло, гараж». Все. Ну все, я думаю, что этих слов вполне достаточно для общения с журналистами. Ну как минимум, да. Да. Хотя, честно говоря, по официальной версии Петр Порошенко подписал заявление Коломойского по собственному желанию. Да, но как это происходило, никто не знает. Посмотрим, как это было на самом деле. Итак, кабинет президента. Шо? Можно? Шо? Я говорю, можно уже войти? Ты ж президент. Ты ж президент, это твой кабинет. Хочешь, ходи, хочешь, уходи. Так, Игорь Валерьевич, вот ваше заявление по собственному желанию. И шо? И ничего. Шо ничего, когда вон? Шо ты молчишь? Алло, гора! Шо ты молчишь? Или тебе за паспорта мои рассказали? Игорь Валерьевич, давайте не будем хамить. В конце концов, вы в кабинете президента. Я хамлю? Да это ты не был в приватбанке, вот там хамят. Я с тобой нормально разговариваю. Игорь Валерьевич. Ну? Вы понимаете, зачем вы пришли в кабинет президента? Я пришел на тебя посмотреть. Ты сейчас, кстати, как кто со мной разговариваешь? Как президент или бизнесмен? Я не понимаю, повторите вопрос. Что «а»? Я повторил вопрос. Я говорю, к заявлению давайте вернемся. Пошли кофе пить. При чем здесь кофе? Давайте подпишем заявление. Пошли пить кофе. Подождите. Ты кофе пить будешь? Я говорю, давайте решим. Пошли попьем кофе. Принципиальный вопрос решим, потом будем кофе пить. Ты принципиально хочешь? Петя. Принципиал? Тогда продай Рошен. А когда вы коноплянку продадите? Вопрос снят. Вот-вот. Ну, все? Чисто по-человечески, я вам просто рекомендую подписать заявление по собственному желанию. Подписывайте. Я говорю, подписывайте. Я сейчас не могу, мне надо выйти. Куда вы пошли? Мне надо выйти по собственному желанию организма. Слушайте, давайте не будем тут поясничать, а? В конце концов, президент я или не президент? Вот видишь, у тебя у самого есть вопросы по этому поводу. Так, все, мне это надоело. Все, я подписываю заявление. Все, вот, держите, можете идти. Хорошо, я пошел. Я ушел. Что вы делаете? Я гуляю. Вы сидите. А я так гуляю. Как вы можете и сидеть, и гулять? Ты нормальный человек? Вот скажи, ты когда гуляешь, можешь сесть на лавочку? Да, могу. А я наоборот, я сижу, но гуляю. Бред какой-то. У нас демократия или шо у тебя тут? Так, кстати, насчет свободы слова. Ну? Почему вот после того, как вы обматерили этого несчастного журналиста возле этой Укрнафты, почему на 1+1 по этому поводу не вышел ни один сюжет?
А ты умный человек, вот ты мне скажи, ты когда лажаешь, ты торт в честь этого выпускаешь? Алло, гора, что ты молчишь? Где твои конфеты, вечерний дефолт? Где конфеты, Каракум, Порошенко, Гройсман? Так. Где все это? Игорь Валерьевич, я вас очень прошу. Да. Уходите. У меня сейчас рабочее совещание. Вы нам мешаете, понимаете? Я мешаю? Да. Я тут рядом погуляю. Вот погуляйте хорошо. Рядом. Только... Здрасте, Петр Алексеевич, можно? А, да, Виталий Владимирович, здравствуйте, проходите. Здрасте. О, Земеля, привет. И не мешайте, пожалуйста. Тихо, я тебя не спрашиваю, привет, Земеля. Привет. Здрасте, но я же из Киева, при чем тут Земеля? Ну ты ж в Киеве Земелей заведуешь. Привет! Добрый день. Арсений Петрович, здравствуйте. Да. Что у вас? Что у меня, здесь? Арсений Петрович? Да. Привет, Сенька Попрошайка. Не мешайте, я вам спрошу. Да. Че, я не Попрошайка? Попрошайка ты, Сенька. Знаете что, я бы вас попросил. Опять просишь, я же говорю Попрошайка. Ага. Хорошо. Я же не для себя, я для страны. Для какой страны, а? Для нашей. Для нашей с тобой или для твоей с ним? Посмотрите. Вот только 3 минуты, как с должности уволили, а хамить так же. Шо ты ржешь, Сеня? Шо хэ? Шо большим человеком стал, а? Вы нам мешаете, вы понимаете? Я буду гулять, не буду мешать, говори. Спасибо. Так. Давайте, что здесь у вас? Да, я вот по поводу перерасчета пенсии. Какой ты расчет? Да. Что ты мелешь? Что с этими документами? Что их надо? А тут надо немножко исправить. Я понял. Давай я исправлю, работник. Я исправлю. Игорь... Алло, гараж, дай ручку. Игорь... Тише, что ты, Игорь Валерьевич? Я исправлю. Приватбанк напиши, все. Это же ерунда какая-то получается. Чего? Что, гарантом Конституции является Приватбанк? А что не так? Так, слушайте, давайте мы без вас уже разберемся, хорошо? Хорошо, я гулять могу. Да, а мы начнем работать. Да. Я гуляю. Так вот, да. Как дела у нас с реформами, Арсений Петрович? Реформатор, да. Не мешайте, я вас просто... Я же говорю, насчет перерасчета пенсии. Да, перерасчет пенсии, я понял. Петр Алексеевич, вот здесь... Что, ты всего коснулся, уже до пенсии добрался, попрошайка, да? Слушайте, что вы хотите вообще, не понимаю? Я ничего, я гуляю. Вот и гуляйте себе. Я гуляю. Что с перерасчетом пенсии? Ну вот же и... Гули-гули-гули. Гули-гули. Что вы делаете? Я когда гуляю, сюда кормлю голубей, что такое? Ничего, вы можете просто это делать хотя бы тише? Гули-гули-гули. Вот так вот. Господи. Что там с перерасчетом? Да, так вот же, я уже немножко забыл. Сеня, пошли кофе пить. Да не хочу я кофе пить. Пошли посмотришь, да как я пью. Да не хочу смотреть ни на что. Что происходит? Достали меня уже со своим кофе. Надя, держите. Вот вам кофе. Идите гуляйте и пейте. Я буду пить и гулять? Да. Я так люблю. Так, да, я вас слушаю. Да. Что здесь? Ага, да, я понял. А вот это вот как... Вот. Вы можете не сёрбать? Я когда гуляю, всегда сёрбаю, что такое? А сейчас можно не сёрбать. Петр Алексеевич, мы работаем. Буду. Хорошо, я не буду сёрбать. Да, я вас слушаю. Да. Вот это. Так, все, мне это надоело. Вы что себе позволяете? Что? А, Сеня, ты что, поднялся? Вдруг. Что ты язык в эконом-класс засунул? Сень, я ж тебя еще Юля, вот таким помню. Ну при чем здесь Юля? Вас же вроде как уже с поста сняли. Сеня, я тебе не Юлькина инвалидность, меня как рукой не снимешь. Ты понял? Что происходит? Что это такое? Извините, это по дню города звонят, надо ответить. Алло. Значит, я повторяю для особо одаренных. Лавочки покрасьте, скамейки не трогайте, что непонятно. Нормально?
Да, и еще, повесьте праздничные лампочки на мосту Патона. Да не батона, а Патона. П. П. Патона. П. П. Ну, Борис, ну. Виталя, знаешь, что мне в тебе нравится? Что? Что в тебе все время борются два человека. Мэр и Кличко. И кто побеждает? Пока 0-0. Игорь Валерьевич, может хватит, а? Да. Ну, немедленно извинитесь перед Виталием Владимировичем. Я? Ты что? А? Алло, гараж, я могу перед теми боксерами извиниться? Перед этим, блин, не буду. А можно бы хотя бы было вот это сказать без блин? А? Я говорю, без блин можно было говорить? Тебе блин не нравится? Не нравится. Блинчики не любишь? Не люблю. Кондитер переборчивый. Не нравится тебе? А пончик нравится тебе? Хорошо буду говорить пончик, Виталя будет трубочка. Какая трубочка? Какая? С двух сторон со сгущенкой, внутри пустота. Какая? Немножко. Что ты ржешь, желатин? Хватит уже мне это все, окончательно надоело. Покиньте мой кабинет. Хорошо, я гуляю. А мы продолжим. Мы будем работать. Мы, в конце концов, здесь из Украины делаем достойную, сильную страну. А? Ты делаешь страну, Петя? А ты знаешь, что у тебя ничего не выйдет? Знаешь почему? Почему? Потому что собрались все здесь. Пончик. Трубочка. Желатин. Мука, сметана, сахар. Только из этого всего ты киевский торт не сделаешь. Знаешь почему? Почему? Яйца нужны. Кто там вообще, господи? Кто там? О, привет! Это Гена Корман. Я всегда с ним вдвоем гуляю, привет. Ну шо там? Шо? А. Алло? Гараж? Шо? Кто? Нормально? Не, ну я тебе говорю, стоп. И нормально? Стоп. Все? Все? Вот теперь ты мне все нормально объяснил. А. Спасибо. Короче, вы поняли, что я вам хотел сказать. А на прощание, Петя, лично хочу вам пожелать. Желаю вам успешной и плодотворной работы с понедельника по пятницу и, конечно же, в субботу. Желаю, чтобы у тебя было два Богдана из личного транспорта, чтобы тебе визу не дали, причем оба паспорта, чтобы твой кортеж всегда стоял в пробках, чтобы все твои вещи умещались в одну коробку, чтобы в президентской столовой кормили окрошкой и щами, чтобы к тебе Янукович ночью вернулся за вещами, чтобы Обама говорить с тобой по телефону ненавидел, чтобы он делал вот так бе-бе-бе, а ты этого не видел, чтобы от потепления твой шоколад расплавился, чтоб ты оставил за себя Яценюка, он взял и справился. А если вы действительно хотите знать мое мнение, у меня с президентом отличные отношения. А? Шо? Я просто гуляю. Пошли кофе пить. У них дефолт на носу, на востоке сепараторы, а они решают, как убрать в Днепре губернатора. Не подкопаешься, а? Серьезная тема? Да я не вмешиваюсь, я гуляю и жду наема. А? Шо? Шо мы стоим тут, а? Шо снимаем? Да бросай свою камеру, пошли погуляем. А? Эй, квартал, шо мы там за кулисами втыкаем? Выходите на сцену, пошли погуляем. А? Шо? Да мы просто гуляем. Пошли кофе пить. Да мы и сами не против такого гуляния. Только у нас, извиняюсь, есть свои пожелания. Премьеру работы вместе со всем Кабмином. Ну, чтоб не пришлось эконом-классом покидать Украину. ОБСЕ желаем, чтоб их покинули сомнения. В общем, крепкого здоровья, а особенно зрения. Кличко, заняться вопросом земельным. Ну, чтоб досталось всем, а не только отдельно.
Бондарева, как женщине, хотим пожелать, чтоб выглядела как доллар, не больше, чем на 25. Желаем, чтобы Ахметов в ГПУ ходил, как на работу. Желаем, чтобы Юлю при встрече спрашивали: «Кто ты?» Желаем Кобзону лечиться в Новороссии. И чтоб корабли НАТО стояли в Феодосии. А Вакову интернет от Укртелекома. Сыну Ющенко повестку от военкома. Чтобы Ляшко поймали двое чернокожих. И сделали не то, что он хочет, хотя и это тоже. Желаю, чтобы на Россию напала Монголия. Аннексировала до Казани свою бывшую территорию. Чтобы Путин ракеты запустил, а они на Кремль упали. Чтоб Медведева на работу не пустила баба Валя. Желаю, чтобы к Шустеру даже Шуфрич и Ляшко не ходили. Чтобы Киселев удаляли гланды и язык зацепили. Народу дешевой воды, газа и света. В общем, всего того, чего у вас сейчас нету. А вот такая на сегодняшний день картина. Живите четко и не косячьте. Слава Украине! Шо? Да мы просто гуляем. Пошли кофе пить.